К другим новостям. В Краскове завершается ямочный ремонт дорог. Всего в городском поселении планируется отремонтировать порядка 200 ям общей площадью около 1000 квадратных метров. До 10 августа власти и дорожные службы Краскова завершат работы по ямочному ремонту. На данный момент происходит ямочный ремонт дорожного полотна в поселке Матюково-Кореневский форт. Происходит это за счет средств бюджета городского поселения Краскова. На данный момент идут уже завершающие работы. Но окончательные работы будут, конечно, произведены до 10 августа этого года. По словам Лаврова, материал, используемый для заделки ям, качественный, глубиной 5 сантиметров. Все дорожные работы выполняются по специальной технологии. Заделано около 180 ям. 20-30 ям осталось в наличии. Всего на ямочный ремонт дорог в текущем году из бюджета городского поселения Краскова было выделено порядка 2 миллионов рублей. Все хорошо. То, что делают ямы, значит, это значит, нас заметили. А первый раз так делают? Первый раз, да. Первый раз. Вот мы уже живем год живем, и никто ничего не делал. Только сейчас вот я заметила это все. Достаточно долго, сколько я живу, были плохие дороги. И сейчас последние дня два мы гуляли, смотрим, поотрезали асфальт, и сейчас выхожу, делаю. На самом деле радостно, потому что плохие дороги были очень. Также местные жители написали на портал «Добродел», что помимо ям, власти и дорожные службы реконструировали близлежащий тротуар для удобства пешеходов. Напомним, окончательно в городском поселении Краскова ямочный ремонт завершится в конце недели. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.